Даже есть письмо от ребят с СВО, которые именно поддержали, что нужен детский сад. И чьи дети ходят в детский сад. Все это есть. А вам как сын наплевать получается на наш дед, который там находится в СВО. Слушайте, ну вообще вопрос. Молодой человек, в отличие от вас, я 4 раза был там, в СВО именно, конкретно. Да, так, что дальше, что дальше? Ничего, поэтому не надо мне говорить, что нам наплевать. А где вы там говорите? Я в Сватово, как я, может, фотографию показать вам? Да, в Сватово. Мне это не интересно, понимаешь, что ну, делать. Ну, конечно, не вы мне не ты. Я мать, чей сын находится в зоне специальной военной операции. И от лица всех, от имени других ребят, которые тоже находятся в зоне СВО, мне хотелось бы напомнить о собрании жителей нашего поселка с администрацией Луковицкого округа, который проходил 2 июня 2023 года. На этом собрании депутат Единой России Хаид Гарий Евгеньевич, который должен отстаивать и представлять интересы людей, отдавших свой голос и доверие ему власть, занял сторону администрации района. На видео встречи видно, что народный избранник от партии «Единая Россия» не поддержал жителей поселка Красная Пойма, а также ребят, которые находятся в зоне СВО. В вопросе о начале строительства нового здания детского сада. На этом видео видно, где депутату и администрации города Луковиц показано обращение участников СВО, где депутат высказывает такие фразы: «Вы там были? Я там был 4 раза. У меня есть фотографии. Да мне все равно, что вы собирали. Уважаемый депутат партии «Единая Россия», надо себя вести скромнее, писать на белом листке бумаги проблемы жителей поселка Красная Пойма и быть с народом, а не выставлять себя чуть ли не героем, всего лишь передав народную помощь бойцам. Наши ребята гибнут, несут свой долг перед Отечеством, а администрация Луховиц бездействует, не желает строить новое здание детского сада, ссылаясь на низкую рождаемость, на неперспективность. Мы надеемся, что нас услышат и, наконец, построят новое здание детского сада. Администрация, я депутат городского округа, как вы знаете, Озеров Леонид Александрович. Поддерживаю жителей Красной Поймы в связи с тем, что я отец, дед и дядюшка 3 человека, которые сейчас в данный момент в СВО. Вот. Так что давайте поддержим жителей Красной Поймы. И всего хорошего.